Германия – это точность и внимание к каждой детали. Во всем, что создано здесь, видны черты профессионального подхода. Немецкая аккуратность, ответственность и практичность известны во всем мире, поэтому доверять сделанному в Германии – надежный выбор. Faberlic представляет линию стиральных порошков, разработанную совместно с новым партнером – немецкой компанией Rohm & Werner. Расскажите, что для вас компания «Бизнес Rohm & Werner»? Rohm & Werner для меня семья. Моя семья и семьи моих коллег. Это ответственность, социальная ответственность и ответственность нашей компании за окружающую среду. Это история, которая началась с основания фабрики в 1935 году моим дедом. С тех пор наше производство непрерывно развивается. С 1970 года мы специализируемся на выпуске профессиональных моющих средств. И сейчас у нас более 50 лет экспертизы в этой области. Как изменились средства для стирки в Германии и Европе за последние 20 лет? Изменились нормы государственного регулирования. В первую очередь были запрещены фосфаты в средствах для посудомоечных машин. А с 2011 года их запретили и для стиральных порошков. С 2000 года независимый регулятор, Международная ассоциация производителей моющих и чистящих средств ISE, ужесточил требования ко всем средствам для стирки. В настоящий момент максимально разрешенная дозировка 75 грамм на одну стирку. В чем разница между профессиональным и обычным стиральным порошком? Профессиональные стиральные порошки гораздо более концентрированные и сильно отличаются от продуктов для домашнего использования. Их применяют в гостиницах, в клининговых компаниях, с ними работает обученный персонал, их используют в мощных промышленных стиральных машинах. Важна максимальная эффективность. Это означает, что они не содержат пустых, неработающих компонентов. Поэтому профессиональные продукты дороже и требуют определенных условий использования. Создавая порошки Faberlic Home, мы работали над тем, чтобы сделать такой же по эффективности продукт, подходящий для использования дома. Сейчас, создав порошки Faberlic Home, как вы считаете, возможно ли объединить в одном средстве профессиональную эффективность и возможность домашнего использования? Мир не стоит на месте. Еще наши бабушки и дедушки не могли представить себе средства для стирки без фосфатов и хлора. А сейчас мы используем множество более современных компонентов. Но даже для профессионалов с высоким уровнем знаний создать такой порошок – непростая задача. Специалисты используют профессиональные порошки для мощных промышленных стиральных машин. Здесь важна эффективность против загрязнений и неприятных запахов. В то же время порошок для домашнего использования должен, во-первых, не вызывать аллергии, во-вторых, эффективно отстирывать в обычной бытовой машине даже на коротких циклах, без дополнительного полоскания и при низких температурах. Конечно, хороший продукт не может быть дешевым, но он должен быть доступным для покупателя. Поэтому основной задачей при разработке наших продуктов стало совмещение трех наиболее важных качеств – высокой эффективности, безопасности для семейного использования и привлекательной цены. Каким должен быть порошок, чтобы понравиться современному потребителю? Во-первых, порошок, конечно, должен хорошо удалять загрязнения, неприятные запахи, а также защищать цвета и волокна тканей. При этом для европейских покупателей сейчас важна забота об окружающей среде. Очень популярны продукты, имеющие сертификаты «Веган», «Халяль». Важно минимизировать углеродный след. И по официальным расчетам, у нашей компании лучшее значение этого показателя среди всех производителей стиральных порошков в Европе. Благодаря совместной работе с командой Faberlic мы узнали, что для российских покупателей это также важно. И это очень здорово. Я отец троих детей, и как все родители, понимаю, что нашим детям жить в том мире, который мы им оставим. Все эти свойства и должен объединять премиум-продукт. Как появился порошок Faberlic Home? Разработка совместно с Faberlic была не быстрой. Потребовалось более 9 месяцев, чтобы изучить рынок, провести множество исследований по российским и европейским стандартам.
Продукты тестировали на широком спектре загрязнений. Проверяли удаление неприятных запахов, эффективность при низких температурах и на коротких циклах стирки. Наше ноу-хау позволило создать особую гранулированную текстуру без пыли. Она подходит аллергикам и людям, чувствительным к пыли. Тесты на безопасность для кожи в крупном независимом немецком институте Dermatest подтвердили, что порошки Faberlic Home хорошо подходят для чувствительной и очень чувствительной кожи. В итоге наше ноу-хау с гранулированной текстурой и профессиональная эффективность стали основой стиральных порошков Faberlic Home. Нам удалось создать профессиональный продукт для вашего дома Faberlic Home.